Друзья, представляю на ваше внимание вот этот вот агрегат, который у нас пользуется как противоградное средство. Значит, вот по всем полям установили это, и по какой-то схеме, которая уже под руководством нашего МЧС, значит, эти пушки разгоняют облака. Теперь приблизительно расскажу, что он от себя представляет. Вот, смотрите, 6 баллонов пропана. Они все соединены на центральный выход. Тут пункт управления. Вон там солнечная панель. Вот, смотрите, из иномарки катушка, свечи, ну и там аккумулятор, вон ящик, там должно быть. В общем, газ заливается сюда, типа как бункер или как там в цилиндр. Дается с двух сторон искра от автомобильных свеч. И взрыв, то ли зажигание, то ли огонь. О, отсюда видать. О, баллоны. О. И все это автоматически контролируется из штаба МЧС, друзья. Вот. В прошлом году еще штук 5 таких установили по нашим полям. Посмотрим. Дай бог, конечно, града не было, но если будет, посмотрим, эффективен или нет. Вот такой вот мини-агрегат. Не знаю, сколько метров стреляет вверх. Вот. Но что имеем, то имеем. Ну все, до свидания.